Что мы будем делать сегодня, Пинки? И да, твою мать. Он может бежать, но он может бежать только с кулаком. Битой. Нет, битой не можешь бежать. Пистолетом и УЗИ. И все. Даже с гранатой не может... Нет, с гранатой может бежать. Вау, ну, блин. Это как-то мне не особо нужно. Ладно, погнали к Дональду, что ли? И да, я нашел станции, которые не... Ютубом не караются, поэтому мы с вами сделаем так. Вот это карается, кстати. Нет, не Double Clef. Head Radio, Lips, FM. О боже мой, как громко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, давайте чуть потише сделаем. Head Radio, Lips FM и MSX. Видимо, там какие-то очень-очень инди-певцы. Твою мать, вот урод. Что ты сделал? Я всего лишь выехал на встречную. А ты вот просто параша. Где музыка? Только хотел музыку послушать. Здесь нет музыки. А на MSX не очень хороший драм-н-бас. Я бы сказал. Хотя нет, есть местами норм. Да даже на Rise FM только один трек. За один трек карают. И все. Там на самом деле треков на каждой станции по 6-5. Хотя я думаю, некоторые люди играли без... вообще без радио. Конец Вакагасера. Потому что клевые пиратки были. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague. But that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Знаете, кто его озвучивает? Вот этого Дональд Лау. Его озвучивает Кайл Маклохлин, который... Damn good coffee! And hot! Так у меня же уже тачка колумбийцев, нет? Это она ведь? Ладно. Многоэтажный гараж в Ньюпорте. Отлично. Это я хорошо ее сохранил. А то пришлось бы ездить опять, собирать эту херню. Это хорошо, что пошел миссию Дональда Лава выполнять. А не миссию этого кретина, сидящего в туалете. Полного дебила. Ну, сейчас пойдут, кстати, самые сложные миссии, так что да. Это был просто галоп такой, знаете. А вот сейчас будет месиво. Да, будет ужасное месиво. Так, а что я должен сделать? Это я внутрь должен заехать, да? Ну, надеюсь. А, выше? Или чё? Нафига мне тачка нужна была, кстати? Так, ну, видимо... Так, подождите, сообщение. Ага, на крыше гаража. Все понятно. О, нихера себе, тут тачки есть. И нафига вообще... Rockstar берет лицензированную музыку какую-то там. Причем не самую лучшую видно. Ладно, классику какую-нибудь там. Рок-классику. Так, что будем делать? Что мы делаем? Так, а что мне надо сделать-то? Фак! Ладно! Мне нельзя выходить из тачки. Я понял, для чего нужна тачка. Я даже не знаю, что будет быстрее, если я загружусь или... Если я поеду назад. Ну ок. Ну ок. Факт, я думаю, нахера мне тачка нужна? Что-то вышел, решил пострелять. А, ну да, я должен... А, ну да, точно, факт. Я что-то совсем затупил. Я должен подставить. Поставить колумбийцев, развязать войну. Я убил этого... А кого я должен убивать? Подождите. Я должен убить... Кто это был? Так, стоять. У меня сейчас потупление рассудка. Это был Кенди? Или нет? Ну, потому что я помню то, что... Нет, выстепелявого друга надо будет замочить. Он такой, во всяком, опять запелявый. И Скотт Палкинсон. У него диапет.
Так. Что там на Head Radio? В принципе, все станции, которые не облагаются налогом, все самые крутые, ну кроме Double Clef FM. Так. Скипим. Бррр. Да. Ладно. Так и быть. Надо читать лучшее задание. Да заткнись, урод. Да, Кенди. Кенди, надо его потрясать, его друга, Сипелява. Да, баланса по громкости нету. Что можно сладиться отличной попсой? Не, здесь самое нормальное радио — это Flashback FM, там She's on fire, push it to the limit. Чё-то там и чё-то там. Так, самое главное, чтобы меня не взорвали, а я полудохлый, нет? Да вроде норм. Вроде не дымлюсь даже. О боже мой. Нет, где там липс? What the fuck? Ладно, сойдет. Причем, как хорошо делать, чтобы стал старый GTA. Толком, даже композиторам не надо платить, лицензировали музыку и все. Это в новых GTA там музон всякий есть. Так. Да, это Кенди, у нас любимый сипелявый друг. Так, они с калашами, отлично. Или даже с эмками. Фак, и как к нему лучше подъехать? Слушайте, а это, по-моему... А это, по-моему, лицензированная музыка играет сейчас. Ладно, ну срать. Так, где ты? Братишка, здорово. Или похож на бифштекс? Что мне надо сделать-то? Я ничего не успел прочитать. А, сваливай из Ньюпорта и уничтожь машину. Фак! Фак, я не туда еду! Фак! Так, или там был поворот? Оу, черт! Так, а я могу перекрасить ее? Я совсем рядом с перекраской. Или мне обязательно нужно не перекрашивать ее? Так, осторожно, Илюша, все хорошо. Так, пей спрей! О, фак! А фак, это не то что ли? А, дерьмо. А, нет, то. Все норм. Так. Ты же возьмешь, да, меня? Возьми меня нежно. Возьми меня нежно. О, да. Найсово, все. Изи. Так, я должен свалить отсюда, да? То есть на другой остров должен свалить. Окей. Это было супер легко просто. Взять и добить Кензи, нашего Сипелява, любимого друга. Козёл, будет знать, как меня унизать, ублюдок поганый. Чтоб тебя покинул, разорвало, козёл. А я что-то затупил вначале. Самое сложное в этой миссии не затупить. Переуничтожь машину. Так, устроим это на мосту. Привет. Пока. What the fuck? Бро, взрывайся. What the hell? Ты что, издеваешься? Она что, баганула? Ладно. Я уеду отсюда просто. Ладно, я поехал отсюда. Просто уеду. По-моему, что-то багануло. И фак, гребаный скайп прорывается сквозь... А, все, надо было просто уехать. Ладно, только на скайп начал ругаться, все норм стало.
Нам бы просто отойти от нее. Бедняжка. Я ее закидал нахер гранатами. Бедняжечка. Так, гребаный скайп. Я же его вроде вырубал. Что-то я... Кстати, да, что-то подтупил немножко. Да не подтупил, не понял, что надо делать. Кстати, этот... Музыка... Если в меню заходишь, то музыка продолжает... Продолжает играть. Я-я! Точнее, музыка продолжает играть на радио и... Да, она не ставится на паузу. Oh yes, Lips 106. Beautiful. Beautiful. Живая мумия. А пошел ты в жопу. Это веселая миссия. О боже мой. О боже мой, это будет ужасно. О боже мой. Но мне как раз тачка нужная под это дело. По-моему. Так, самое главное выехать и не утопиться. Вот это самое опасное, пожалуй. Так, вижу, вижу, вижу. Так, ребятки, отойдите. По-моему, нет, по-моему, не надо. Так, а где? А, вижу, точка слилась с указанием на север. Джим-джим. Так. Будет стрёмно сейчас. Не знаю, с первого раза пройду или нет. Надо было засейвиться, кстати. Сейчас могут меня сделать... сейчас фейсит могут сделать мне. Ну, если что, пойду закупаться. Фак. Короче, там не очень необычное задание. Не просто машину стрелять, а... Да. Да фак! Где он? Затрахал. Вон он на дороге. Вон там медицинская тачка, да. Так. Серьезно? What the fuck? Я не попал по ней ни разу? Уродец! А, стоять? Он выпал? Не понял. Так, я не понял, а он выпал? Серьезно? А! Да, его нельзя пробить пулями, кстати. Да фак! Да фак! Ублюдки! Вот просто зашибись. Сори! Главное копом насрать. Вау! Серьезно, так легко? Охалдеть. Чё-то я как-то думал... Чё-то я помню, что она сложнее будет. Я не знаю почему, но я думал, что она сложнее будет. Не знаю. Чё-то какой-то изи мод какой-то включил, реально. Я не знаю, почему такие миссии легкие. Напомню мне, они выносили мозг, когда я был мелким, играл в это дерьмо. Ну, не сколько мне там было лет. Ну, я в школе еще учился. О боже мой, что играет? Включаем SXFM, давай мне. Давай, да. Drum and Bass. Чё-то я как-то... Я не знаю. Я не знаю, что творится. Если я последнюю миссию еще легко пройду, я вообще охерею. А ведь кто-то пишет там на форумах. Это очень сложная игра. Я забросил ее в самом конце. Я сделал рейдж-квит. Кто-то проходил 330 часа. Я уже почти на финальной прямой. Вау. Серьезно? Really? А потом мне говорят, что я нуб поганый, в игры играть не умею. Как так? Так, стоять надо взять только. Не, мне везет. Мне везет, скорее всего. Груз в океане. А, это тоже легкая миссия. Потрясающий у него одежонка.
In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Все? Ладно. Возьми катер и следуй за самолетом. Фак, вы шутите что ли? Две минуты? Серьезно? А фак, надо было бежать, наверное, все-таки, да? Ну слушайте, смотрите, я реально без бега столько прошел. Без бега. Без бега прошел. И ни разу толком не завалился. Если бы еще и с бегом было, это вообще был бы перфект. А, но все-таки радио GTA делает, ну так, процентов 20 GTA. Фак, как же надо по-быстрому спрыгнуть? А могу здесь? Нет. Ах. Как мне добраться? Ладно, вспомнил. Спрыгивать не будем, как дебилы. Стойте, я могу здесь ведь, да? Ладно. Было легче, чем я думал. А-а-а! Тихо. А где? А где катер-то? На той стороне? Все, короче говоря, пока. Задание. Я его не выполнил. Ну вот видите, из-за того, что карты нет, я просто не знал, где он находится. Ладно. На той стороне, так на той стороне. Пойду заново, только два убрать задание. Ну, это был бред. Так, ладно. Я даже сейчас, в принципе, могу успеть доехать, если бы вниз не спустился. А я что-то думаю, она здесь на пристани находится, но нет. А на том острове. А да, игра, что ты пиликаешь тут? Не надо. Все, хватит. Успокойся. Все нормально. Все нормально, все свои. Просто скажи. Нет. Самолет уже... What the fuck? Ай. Ладно, покатайся по городу, что делать? Пакетики поищу, что ли? Я думал, что мне надо доехать за 2 минуты. На самом деле, миссия легкая, просто затупил. Ну как? Просто не знал, куда ехать. Так, дай-ка мне машину лучше свою. Выходи давай, да выходай, пиликалка. Козлина. О, нет, нет, нет. Нет, за это ругают очень сильно. Да, пожалуйста, дайте мне задание как-нибудь завершить. Я не хочу вейстед делать. Ура! Я могу начать миссию заново. Ей! Так. Берем узишку в руки, начинаем бежать. Во. Все. Сейчас вообще все отлично пойдет. Хотя, может быть, как раз это был мой талисман какой-то, отсутствие бега. Сейчас смотрите, вот только бежать начну, сразу начну просирать все задания. Просто вообще даже самый легкий, типа вот этого. У меня как-нибудь катер там перевернется вокруг своей оси. Несколько раз. Так, нет, пожалуй, мне лип включите назад. Я хочу услышать это. Эй-йо! Эй-йо-йо-йо! Ну сейчас-то я доеду спокойно. Все, что надо было сделать, туда поехать. Так. Я полагаю, желтый это... Вот, спасибо большое. Ну, алло, гараж. Где музяка? О. О, прямо. Это какой-то ганджубаски драмонбас. Чем тут же это говорить во время драмонбаса? Не хватает барабанов, да? Надо еще добавлять себя так. Ладно, неважно. Это особый драм-н-бас. Дешевый драм-н-бас. Фак. Зато узнали то, что это мы с Калахан. Еще раз узнали то, что это мы с Калахан. О, господи, я ненавижу катер в этой игре. И да, мотоциклов здесь нет. Фак. Я проверил.
Дерьмо! Ты издеваешься? Ты издеваешься? Сука! Простите. Но твою мать! Твою сраную мать! Просто твою мать! Вот как это назвать, а? Вот как это назвать? Падла! 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 Просто падла! О боже мой! Вот какого члена? Да! Спасибо большое, GTA! Твою мать! Слушайте, я перестану бежать. Я смотрю вниз, думаю, ну ладно, сейчас пролечу там. Пролетел, мать твою. Пролетел, ёб твою налево. ЛМД. Вот что это за жопа была? Вот какого хера я заехал куда-то, куда-то не могу выехать, охереть. Пусть на бордюре застрял. Посмотрите, она сейчас взорвется еще. Не-не-не, в жопу идите. Охереть. Охереть. Ну это капец был фейспалм, конечно. Вот именно вот эту щелку, вот ни в какую другую, вот именно вот эту щелку. Ой, еще один забаненный, окей, привет. Боже мой. Фейспалм еще сраный, а. Что-то все активно начали добавляться. Что такое произошло? Я кого-то распилил? Меня хотят уничтожить? Это предупреждение о том, что мне стоит уходить из города? Фак! Ну это был просто анальный бред. У меня было 565 тысяч. Сейчас посмотрим, сколько требуется на полный закуп. Так, ну в этом магазине 19 тысяч. Я еще туда скажу, базюк возьму. Так ведь баюки-то, ребятки. Блин, я не могу. Просто капец. Первый раз поехал, мне на том острове оказалось задание. Теперь туда. Ну вот по-другому это никак, я же не сохранялся. Да. Слушай, я реально бегать не буду. Все, я прекращаю бегать. Я только сказал то, что... А вдруг это мой талисман? Я не заваливаюсь. Все. Как только начал бегать, все. Пропал талисман. Так, а я не помню, где этот чувак. Здесь? Да, вон он. Ладно. Денежки есть. Денежки есть, привет. Убитый чувак тоже есть. Самое главное, что можно закупить и базюкой. Ну, это был просто ад. Здесь не сдыхал, там сдох. Так, мне будет 5 мало. Хочу еще. Та еще. Вы это видели, да? Машина исчезла. Ага, погрузились. Так, чтобы закупиться нормально, мне нужно, видимо, 65 тысяч. Нет, больше. Получается 75 тысяч. Вы видите, да? Вот это поворот. Ладно, УЗИшки потом и прочее... Найду патроны к ним. Базюк это самое главное. Не, ну ничего так музяка качает. Да ты охерел что ли? Урод. О-оу. Вообще опасность. Опасность. I can hear you, cops. Where are you, cops? Почему нет вида назад, я не знаю. А может есть, я просто туплю, как обычно. А, при помощи буквы R можно переключать санкции. Welcome back. Thank you. Пипец. Это я шикарно просто ехал.
Так. Фак! Я больше не буду прыгать там. Все. Опа, привет. Мне нужна твоя тачка, бро. Сори. Как не видите, что он вернул налево. А, спасибо, спасибо за банши. До свидания. Now she's like a whole offensive line. He feels no pride in himself. He has no pride in his marriage. He is ashamed. One more time. Что, миссия-то вообще easy. Там просто на лодке проехаться, забрать сраные пакеты и уйти от копов, по-моему, и все. Твою мать! Там все забрался. Не бежал! Третий раз! Форт Зивин просто! Так, это что играет? Понял? О, отлично! Все, расслабляющая музыка! Доехать до катера, собрать посылки с Хоксом или с чем-то. Он здесь называется Спанк. Ну ничего, так нормально, вошел в пробку. Обошел пробку, точнее. Опс, простите. Ладно. Ну ты охерел, что ли, слышь? Медик сраный. Так, все. Главное не упасть вниз еще в воду на машине. Вот здесь. Вообще отлично. Так, у меня 40 секунд есть, я даже бежать не буду. Так, спокойно. Вот посмотрите на эту щелку, вот как я мог в нее упасть? Как? Как? О, господи. Этот катер. Ладно. Фак, я не вижу его. Давай, Додо. Поехали. Надо держаться подальше от него. Ай, скидывай. Ага, вижу еще один. Фак. Здесь, по-моему, только 4 максимум. По-моему, только что коп упал с моста. О, фак. О, фак. О, фак. Нет, по-моему, 5 максимум. Вот дерьмо. Вот же дерьмо. Вот же срань. Вот же срань. А вот теперь нужен бег! Fuck you! Где тачки? О, черт! О, черт! Точило, банши, 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 нет! Suck my balls, suck my balls, suck my very big balls. О, черт, о, черт, о, черт, о, черт, о, черт. О, дерьмо. Holy shit. Твою мать, спасибо. Ты меня туда завернул, куда нужно. Я хотел ехать еще круг делать, я что-то не заметил, то что я уже здесь. Ууу, suck my balls! Yes! О! О! Ну спасибо копу, кстати, помог. Отлично. Напряженно. Напряженно. Я помню, что надо свалить от копов, но я не думал, что такого количества копов.
А знаешь, такой сидишь, ты видишь, что накапливаются звездочки, ты такой ждешь шестую, а шестой нет, и у тебя, знаешь, так отходит сразу все, и ты такой, о, хорошо, что всего пять. Все. Ну, на самом деле легко, вот тут уходить недалеко, пейнспрей недалеко, не надо, чтобы тебя копы не видели для того, чтобы ехать пейнспрей, вообще изи. По сравнению с современным GTA. Там, конечно, уйти легче, но... Так. Опаньки, задание у Рэя. Ну, гоу к Рэю. Я вот думал, что мне сохранится. Так, между делом просто. For commuters from Shoreside, engineers have finally managed to repair the damaged mechanism on the Staunton Lift Bridge, and it is now open to traffic flow both to and from Shoreside Vale. В общем, по радио передали то, что хорошие новости. Теперь наконец-то инженеры смогли починить мост, который соединяет Staunton, или как это херня называется, Shoreside Vale с последним островом. Не знаю, кто там эти... Это кто тот мост взрывал, но, видимо, здесь какая-то... Здесь, видимо, кто-то потерял девушку и решил... Все мосты... Сжечь. Так, я реально не купил пистолет? Серьезно? Ладно, возьмем пистолет, халява. Халява, сэр. Опа. Это я сохранился хотя бы? Так, три щелчка. Так, ну поехали к Рэю. Насколько я помню, это последнее задание для него, потому что у него... ну, в общем, у него задание связано с тем островом. Как раз. Найс. Братишка! Пока.